Вот, ты не тем занимаешься. Yeah.
Thank you.
меня такой же, да? Да, у тебя же такой. Ну вот такой надо. Thank you.
Yeah.
Thank you.
еще на две попытки. Генеральному секретарю Федерации мотоспорта Молдовы Александру Брюкову. Добрый день, зрители, спортсмены. Я точно так же, как наш президент Федерации, я тоже хочу поблагодарить и пожелать счастливых стартов и счастливых финишей. Да победите вместе. Слово для приветствия предоставляется еще одному генеральному секретарю Балканской Федерации Ива Цветанову. On behalf of the Balkan Motorcycle Union, I would like to wish good luck to all of your riders and let the best one win. Thank you for the Moldavian Federation with managing such a bad financial situation to organize so many riders from so many countries. And good luck to everybody and thank you.
для поднятия флага открытия сегодняшних соревнований. К флагу приглашается молодежная сборная Молдовы в составе Игорь Райлян, Игорь Кохарчук, Данила Зубрицкий, Николай Тимуш, Илья Димитриев, Борис Клаудец и чемпионы 2008 года Балканских государств в классе 125 и 250 братья Михаил и Николай Кочев. Флаг поднять! Ознакомились, с трассой тоже ознакомились. Желаем вам еще раз удачных стартов и победных финишей. Пожалуйста, готовьтесь к официальным заездам. И, уважаемые зрители, я уже доводил до вашего сведения. Сегодня в наших соревнованиях принимают участие команды Греции, Молдовы, Румыния, Болгария, Россия, Украина. Всего на старты сегодняшних соревнований выйдут 64 участника. Под номером 89 Дмитру Хауш, Молдова. И под номером 494 Мартин Алауров, Болгария. Илья, Молдова. Под номером 43 Валентин Матеев, Болгария. Под номером 4 Роберт Томпа, Румыния. Под номером 37 Даниил Зубрицкий, Молдова, Россия. Под номером 124 Николай Тимуш, Молдова.
Thank you.
Я просто Thank you.
Thank you.
Thank you.
его мочит. Это что, это дом?
0-1-7-0-5-1. Ну же, счастливый обладатель телефона от компании Orange. Где вы? Я еще раз продиктую, может кто-то просмотрел цифры или не досмотрел. Итак, 0-1. Счастливый обладатель автомобиля от компании Минерва. Есть автомобиль? Нет. Ну ничего, с маслом вы ставите автомобиль, надеюсь, в скором будущем. Я вас поздравляю! Сборная Молдовы! Николай Кочур и вся сборная юношеская. Третий этап чемпионата Восточной Европы по мотокроссу. Вот здесь стоим, чтобы вы видели. Спортсмены подходят. Сюда подошли, Коля Николай сюда подошел вперед, стали здесь есть место в правом фланге. Сюда подошли, Коля Кочур, сюда вот на правый фланг, свободное место. Сюда пройдите. Итак, вы раз видели, судейская коллегия подвела итоги сегодняшних соревнований. По результатам двух заездов в классе МС-65 самые юные наши участники. Третье место занял Валентин Батеев, Болгария. Мотоциклов занял Роберт Пумпа, Румыния. И победителем чемпиона в этом классе Илья Дмитриев, Молдова. Во, еще! Супер!
На первой ступени пьедестала. Молодец, спасибо, Илья, желаем тебе дальнейших успехов и побед. Спасибо вам. Класс МИКС 85. Третье место. Штамир Васил, Бавария. И чемпионом в классе 85 кубических сантиметров стал Михаил Иванов. Майкл Иванов, простите. Молодец, Майкл, так держать. Двенадцать лет чемпиону. Далее у нас идет класс МХ 2 юниоры. Третье место занял еще Барбара Мэя. Алекс Грибов, Болгария!
первым, да? Получается. Да. Второе место! Николай Павлович Молдова! Спасибо, Мунцулес. Следующий класс наших соревнований МХ-3. Третье место. Мирослав Кристов, Болгария. Благодарим. Параллельно чемпионату Европы проводился чемпионат Молдовы. Этого класса не было в программе Европейского чемпионата в классе МХ-3. Третье место занял Виктор Казанов. Второе место Владимир Реус. Готовится к отъезду наши спортсмены. И чемпионом стал Владимир Костов. Третье место Виктор Казанов. Это наш Владимир Костов. Поздравляем тебя. Опа! Опа! И это последний класс по программе Европейского чемпионата МХ-АТВМ. Это новый класс, который выиграли команда «Циклы». Третье место занял Разман Рекурония. Второе место Мартин Аламуров, Болгария. Благодарим. Спасибо. Дякую мапу до вас сьогодні. Гляньте. И приятный момент командного зачета. По результатам двух заездов третье место заняла команда Баварии. Это сборная Болгарии, пожалуйста, приглашается на третье место сборная Болгарии. Алекс! Алекс!
Второе место команда сборной Румынии! И не знаю, как уместится на пьедестал первого места сборная Молдовы! Спасибо, уважаемые спортсмены! Спасибо, дорогие зрители, за поддержку нашей команды! 90% успеха благодаря вам! Спасибо вам, болельщики, зрители! Спортсмены, счастливой дороги вам желаем! Приезжайте к нам на соревнования, еще ждем вас! Что продолжается розыгрыш лотереи. Приглашаем всех к трибуне. Розыгрыша идет продолжение. Благодарим все службы, оказывающие нам помощь в проведении соревнований, сотрудников Министерства внутренних дел, оказывающие нам помощь в наведении порядка, судейской коллегии за судейство соревнований. Благодарим вам, вас всех, от имени комитета организаторов. Большое вам спасибо. Благодаря вам соревнования прошли на высоком уровне. И зрители приглашаем еще раз на приятный момент лотереи. Уважаемые зрители, большая просьба к вам. У кого-то в кармане ключи от машины вы нашли. Подойдите, пожалуйста, сюда, к болгарскому флагу. Нужны очень ключи от судейской коллегии. Thank you.